Станок форматно-раскроечный, Рема. Моделька DMMC40/340SP. Станок у нас после капитального ремонта. Естественно, была замена на подшипниках, замена всей тросиковой системы. Поменяли подшипники на валу, на двигателях, на основной, на подрезке. Движки у нас стоят 6 кВт на основной и 0,75. Максимальный пильный диск, если без подрезной, то 450 мм, а так 340. Естественно, полностью обслужена каретка. Каретка у нас в данном случае тяжелая. 350 мм. Она роликовая, катается прекрасно. Естественно, у нас подъем опускания пильного узла, угол наклона до 45 градусов. Включаем станочек. Основную. Подрезную. На основной стоит у нас тормоз двигателя. Естественно, параллельный упор. Сильнички у нас все читаемое. Естественно, затертости есть в 2007 года станок. Дополнительно угловая линейка, телескопическая линейка, два флажка. На раскрою в дополнительно у нас здесь 3 метра. Длина реза 3100. Станочек полностью обслужен, готов к работе.